Добрый день, извините, что стою на тротуаре. Куда? Куда вы едете? Вы на тротуаре. Я не буду делать то, что Почему? Вы меня отбросите. Это не я, это ПДД просит. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions. Добрый день. Штрафовать будете? Конечно. Отлично, так и надо. Все фиксирует. И по его словам, все люди, которые здесь стоят, получат штраф за езду на тротуаре. Вот к тому Porsche подходит другой сотрудник. Никто нас не обманывал. Честное слово, на хамов не хватает. Все машины в наклейках, эвакуаторы еще несколько увезли я с наклейками. Я так стою. Как можно давать даже хорошим людям, когда плохие заслуживают, понимаете? В этом все, проблема. Мы лайки ставим, все нормально. Главное, душой поддерживайте и берите для себя пример. А лайки, дизлайки, это уже ваше дело. Ну, одну хотел бы. Добрый день, извините, что стою на тротуаре. Это тактильная плита, это тротуар, сюда нельзя заезжать. Здесь сходят люди. В следующий раз вспомните правила ПДД и не нарушайте их. Я не знала про тактильную. Вы не знаете, что тактильная плита символизирует тротуар? Нет, не знала. Представьте. Но вот человеку, которого вы покупали права, скажите ему, чтобы он другим об этом говорил. Хорошо. Всего доброго, до свидания. Тротуар. Я не смог не подойти. Добрый день. Общественное движение «Стоп-хам». Напомните, что в правилах ПДД для слабовидящих тактильная плитка что обозначает? Простите, пожалуйста. А с кем я разговариваю? Общественное движение «Стоп-хам». Люди, которым не безразлично. Вы разговариваете, какая разница? С гражданином? Дайте паспорт, пожалуйста, я зафиксирую. А вы кто, чтобы я вам предъявил паспорт? Человек, который хочет со мной выходить, и не разговаривать с незнакомыми людьми. Но не разговаривайте со мной, уберите машину с тротуара, не подвергайте опасность жизни людей, которые здесь ходят. Всего доброго. Теперь вы можете спокойно пройти. Мне всегда удивляло, вот когда вот такие люди снимают, на что они рассчитывают, что мы в ответ расплавимся или что с нами произойдет? Нет, я не рассчитываю, что вы расплавите. А зачем? Но когда вы стали нарушать ПДД, она вам перестала нравиться? Нет. Несколькими минутами. Ага. Ранее, когда вы пытались заехать на тротуар через людей, я вас развернул, и вы разуверились в том, что, оказывается, когда хамство касается меня, мне оно не нравится. Нет, когда нет, оно меня не касается... Ситуация была другая. Добрый день. Общественное движение «Стоп-хам». Вы выбрали себе плохое место для парковки. Это тротуар. Вон стоят полиция, эвакуатор, машину отсюда убирает. Найдите себе, пожалуйста, другое место для парковки. Хорошо. Что? Место. Вот парковка, там парковка. Если вы захотите не стоять на тротуаре и не подвергать жизни людей опасности, вы найдете. Просто минутку нужно потратить. Все отлично. Вы можете так выехать, вы можете так просто выехать. У вас подвеска высокая, вы можете просто спрыгнуть. Ну а на тротуар-то вы заехали. Да, ну вот, уезжайте. Вы теперь, пожалуйста, не делайте. Нет, просто, не-не-не, вы знаете, по правилам ПДД вы должны покинуть тротуар самым коротким и безопасным способом. Я понимаю, ваша машина самый короткий позволяет. И безопасный путь для меня сейчас. Нет, не для вас, а как надо. Как надо, это вот так, можно и вы можете. Уеду, проезжаете, вас не должно здесь быть в принципе. Он, это тротуар, он не должен уходить, это его законное место. Вы можете сдать назад и выехать, либо выехать кратчайшим путем вот так. Ладно, дай шаг, она сейчас сознание потеряет, кажется. И куда вы едете? Куда вы едете?
чем? Я сразу сказала, что окей, я разворачиваюсь. Ну все, никаких проблем. Да, но я хочу сказать о том, как вы реально провоцируете и насколько вы агрессивны. А, да. Вот это меня очень удивило. Да, 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 до свидания. Не за что, за то, что вы можете пройти по тротуару, никто вас не задавит. О, такая же, как вы. Такая же, как и вы. Здрасте. Добрый день, извините, общественное движение стоп-хам. А что вы делаете на тротуаре? Сейчас, извините, я сейчас перезвоню. Сейчас перезвоню. Добрый день, из поликлиники еду, я ребенка. А по тротуару почему вы едете? А другой дороги нет туда. Там проехать. Ворота есть, открытые. Заезжайте нет, через них, уезжайте. Нет, ворота открытые. Хотите, я вам покажу? Я только что там был 10 я минут назад. Я вам могу показать этот двор. Давайте с вами доедем, я вам открою эти ворота, вы проедете нормально. Хотите? Ворота Дианы, которые закрыли, и из-за этого люди вынуждены ездить по тротуару. Я для вас их открою, и вы спокойно проедете. Я вам покажу, откуда я еду. Я еду из двора, около вот, поликлиники. Я знаю, вон там вот ворота, они открываются, понимаете? И вы проезжаете через дворовую прилежащую территорию, не подвергая пешеходов опасности. А вы подвергаете, когда по тротуару едете. Пойдемте, езжайте назад, я для вас... Спасибо, да, да, да. Буду... Да, да, давайте мы решим эту проблему вместе. Вам, да, конечно, мы идем. Ты останься здесь. Но вам же выехать надо. Зачем вам припарковать? Тем более это тротуар. Вон там стоят сотрудники ДПС, которые мы вызвали, и эвакуаторщики. И они все эвакуируют машины, которые здесь стоят. Не нужно ничего. Едем назад. Вас не пропустят. Но с вами что-то не так. У вас давайте ребенок. Припарковать, я назад не вы... буду сдавать. А почему вы сюда вот ехали я вот сюда, в принципе? Дайте встану. Нельзя там стоять. Нельзя. Я вон туда встану. Нельзя. По тротуару езжайте обратно. Я не поеду образовать почему? Ходом, потому почему? Что это опасно. А ехать по тротуару не опасно, а задним ходом вот опасно. Человек, у меня другого варианта не было ехать. У вас были варианты, вы не просто решили, этого, что ваше удобство важнее. Молодой человек, я вам сейчас пешком покажу, как это можно. Иди, Коля, я пока показываю, наклей наклейку. Не смой. Нарушаете права людей, которых снимаете? Нет, конечно, это общественное место. Если бы я зашел к ней в ванну, нарушил, но это она общественное место. Ее снимать. А мне не интересно, пусть подает пожалуйста. Суд. Можно конечно, конечно. Отойдите, я не буду назад сдавать. Подавайте, звоните в полицию, чтобы они взяли мои эти документы, если вам нужно. Пожалуйста. Вы на тротуаре, он не уйдет, он пешеход, он не должен уходить, вы понимаете? Я не хочу разводить здесь ссору. Вот вы смотрите, давайте правы. Вот так. Вот я правы. Знаю, вы на тротуаре, я понимаю, не прав. Люди действительно... Вы действительно, вы сейчас на тротуаре, здесь люди ходят. Вот видите, вон там вот место есть. Аккуратно сдайте назад и спрыгните с тротуара, ваша подвеска позволяет. Я но здесь мы вам не дадим. Делать. А заехать и проехать 30 я метров вы могли. Я ехала в поликлинику с ребенком, вы по тротуару, по мне все равно. Это въезд я вам двор. Покажу, там я вам покажу, что можно. Другого. Вы сбросьте свою машину аккуратненько. Я не буду там сбросить, я вот там вот встану нет, и готова с вами пройти. Я нет, не буду сдавать нет. назад. Ну вы тогда... не имеете права меня останавливать. Почему? Вы потому на тротуаре. Потому что я вот там припаркуюсь, вы с вами на поговорю. Тротуаре. Я не собираюсь. Вы на тротуаре. Я не буду делать то, что почему? Вы меня просите. А это не кто? Я, это ПДД просит вас не нарушать правила. Вы и нарушаете правила. И что вы сейчас меня заставляете задом ездить конечно, по тротуару? Конечно, конечно. Чтобы нет, терапевтический какой-то буду. Смысл был я в этом. Чтобы получили делать. Урок. Я не буду этого делать, потому что, во-первых, я Коля. Ничего не нарушала. Вот машина отъезжает. Вот задом сдайте аккуратно. Вот, я вот, не вот, буду вот. Сдавать назад. Вы не умеете. Права меня задерживать. Мы не задерживаем отойдите вас. Мы меня. Вас препятствуем административному правонарушению. Вы поймите, я ребенка водила в поликлинику. А другие не возят ребят, да? У вас у одной ребенок там на планете. Там невозможно проехать я по вам другому. Покажу. Я вам тоже покажу. Подожди дайте секунду. Я припаркуюсь. Не надо мне ничего клеить, я вас прошу. Вот, я вот, смотрите. Общаюсь. Я тоже. Вот место, сдайте дайте. Один метр назад. Мы я не вот отойдем. Туда встану и не проеду. Встанете. Не встанете. Молодой человек, мы пешком сдайте с вами назад. Пойдем. Я знаю, но поставьте ее сюда. Вон там наряд полиции стоит. Если хотите, они вас оштрафуют. Они там стоят. Я с вами нормально разговариваю. Я тоже. Вот так, да? Вы совершаете административное правонарушение. Какое? Вы находитесь я на тротуаре. Вы на тротуаре. Я вам покажу, там она есть. Отойдите, зачем вы врете? Один метр назад. Один метр назад сдайте один. Почему? Я просить о таких почему? Вещах, просить имею право. Не имеете почему? Права. Пропустите меня. Вы на пропустите тротуаре. Меня. Вы не пропущу. Право меня задерживать. Я не задерживаю. Никакого. Я прошу, чтобы вы убрали вы машину. Вы не можете меня просить. Почему? Я хочу проехать вперед. А если кто-то начнет а избивать вашего ребенка, я не могу воспрепятствовать этому. Могу, конечно. Что, если кто-то начнет избивать вашего ребенка, я же должен ему помешать, верно? Как гражданин должен. Пожалуйста, ребенка не трогайте.
Почему? А подождите, я ребенок своих родителей, вы едете по тротуару. Почему моя жизнь не важна, а жизнь вашего ребенка почему-то важна? Сдайте 1 метр назад, вот сюда поставьте, назад. И мы пойдем. Молодой человек, я с вами нормально общаюсь. Я тоже. Я вам говорю, что я ехала из поликлиники. Я понимаю, что вы сюда снимаете. Мне не интересно. Я бы девушку пропустил. Мне все равно. Какая разница? Это нарушитель. Да, это нарушитель. Это ваше личное мнение. Мне все равно. Это хам для меня мнение. Хам. Если подожди, это ребенок, это если да. это взрослый, если понимаю. Это пожилой. Вот вы сейчас по-хамски ведете. Почему? Какая разница, что да это женщина? А если она по ноге вам? Да мне все равно. Она должна думать. Вы полицейский. Она должна думать. Нет. Если бы я был, вы бы сидели в тюрьме, и она сидела в тюрьме, и все бы сидели в тюрьме. Ее не пропускаете. Да это тротуар. Если вы терпила, будьте терпилы дальше. Не, вы терпила. Вы говорите, я отойду в сторону. Я терпила. Я не оскорбляю. Я вас позиционирую. Вы в моих глазах ассоциируетесь как терпила. Я тротуар, я отойду в сторону. Я зажмусь, встану в угол. Просто пропустите. Нет, не пропустим. Пусть она сдаст назад 1 метр, съедет нормально. Давай так. Если с ней что-то не так со здоровьем, просто пропустите ее и все. У нее уже что-то не так со здоровьем, она на тротуаре сейчас. У нее что-то явно не так со здоровьем. Вы запретили это делать? ПДД, нет, права, нет, а когда она получала, ей говорит нет. инспектор. Она может парковаться там, где ей удобно. Нет, а она может парковаться там, где закон ребята, ей это разрешает. Ребята, вы не закон, вот и все. Вот а я не говорю, что я закон, нет, я гражданин. Вы именно на этом и настаиваете. Что? Вы наклеиваете наклейки, и что? Царапаете чужие машины. Один факт говорите, можно, что царапаете? Я 100 да. фактов, что вы терпила, а вы мне один факт, что есть царапина. Один факт, можете? Давайте один. 100 фактов, что вы терпила. 100 фактов. Давай. 100 фактов, что вы отходите в сторону, вместо того, чтобы идти там, где вы должны. Умножьте на 100. Я подошел к вам. Вот если бы вы, не, терпили, вы, я бы к вам не вы сейчас мимо, если бы вы с нами не собачились 20 минут да. назад, вы бы пошли дальше по своим делам. Нет, потому что мне не нравится то, чем вы занимаетесь. Девушка, проезжайте просто мимо. Конечно, мимо. Нет. Через вашу голову да, желательно. Через голову, да, через голову терпила. Потому что они пропускают нас. Куда можно проехать, примерно. Штрафовать будете? Конечно. Отлично, так и надо. Да? Здесь нельзя ехать, нельзя вы вообще... Ездить, но все здесь ездят, потому ребята. Что все мудаки. Нет, ребят, потому как? Что не вы мудаки, а не все мудаки. А, вы хорошо. Конкретно. Да-да-да, держите в курсе. А вот эти ребята... Почему? Она на тротуаре. Она вон стоит. Она вон стоит. Она вон стоит. Мы общественное порицание. Общественное. Вызвать полицию, зачем мне пишите, что вы...